Глава Химок Дмитрий Волошин провел еженедельный прием жителей округа. Со своими вопросами в администрацию пришла Елена Королева. Сначала попросила разобраться в личной ситуации. 2 года назад из-за протечки в крыше ее квартира сильно пострадала. Не дождавшись обещанных выплат от коммунальщиков, обратилась к главе. Дмитрий Владимирович пригласил представителей управляющей компании, чтобы разобраться в ситуации на месте. После конструктивного разговора вернуть долг Елене обещали до конца недели. Второй вопрос касался общественного пространства, ремонта лифтов и лестничных клеток. Прежде чем принять решение, глава напомнил не только о правах, но и об обязанностях граждан. Необходимо соблюдать платежную дисциплину. Поэтому довожу до вашего сведения. Вы запишите, пожалуйста, что у вас долг по дому за тем же самым ДЭЗом 1 250 000 рублей, которые необходимо заплатить. И уже перед жилищником умудрились тоже нагенерить долг 1 000 000 рублей. А поэтому я вас очень прошу вовремя оплачивать, передать жильцам. Также химчан волновали вопросы парковочных зон, благоустройства дворов, капитальный ремонт многоквартирных домов. Обратиться к главе может любой горожанин. Для этого нужно записаться на следующий прием на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.